Поликлиника 2-й районной больницы. На приеме у терапевта глава городского округа Воскресенск Артур Болотников. Проходит все необходимые процедуры. Мерит температуру, отвечает на несложные вопросы. Жалобы какие-то есть у вас? Нет. Аллергические реакции на препараты есть? Нет. Все это часть подготовки к вакцинации от COVID-19 препаратом российской разработки. Вакцинация проводится в 2 этапа. Mm-hmm. Сегодня у нас 0-й этап. Мы должны сделать серотип 26. Через 21 день ровно мы делаем серотип 5. Спутник 5 называется наша вакцина ГамКовид-Вак. Она относится к разряду векторных вакцин. Mm-hmm. Саму прививку делают в отдельном специально оборудованном кабинете. Волнительно, но в необходимости вакцинирования никто не сомневается. Это единственный способ побороть вирус. Компонент номер 1. Одна доза. 0,5. Всех подробностей показывать уж не будем, но сразу после прививки глава округа делится впечатлениями. К сожалению, мы видим, что вирус распространяется, и ответственность не только на мне, но у меня еще и семья, дети, ну, естественно, на работе. Я не могу распространять эту инфекцию. Поэтому я принял для себя решение, что нужно обязательно привиться и обеспечить и свою безопасность, и безопасность окружающих. Призываю всех жителей нашего округа тоже пойти по моему примеру и сделать прививку от COVID-19. Прививочная кампания от COVID-19 стартует 7 декабря, то есть уже сегодня. Каждый воскресенец в возрасте от 18 до 60 лет, не страдающий от обострения хронических заболеваний, может привиться от коронавируса при соблюдении ряда условий. Пациент сдает кровь на антитела для того, чтобы убедиться, что он не переболел в скрытой форме. И так называемых иммуноглобулинов G у него нет. Пока прививочный кабинет работает в поликлинике 2-й районной больницы, но в случае необходимости будут открыты дополнительные в других частях города. А забор крови для выявления антител перед прививкой производится и в 1-й, и во 2-й районных больницах. Денис Нитков, новости из Кровект.